Ну, а почему ты сейчас открыл этот список? Что? Дави мне 10 Ну, собрать сбор имел, договориться о встрече. Ну, при похищении там сейчас стой. Договориться о месте встречи и типа начать облаву, что ли. А, штурм. Во. Бля, я что-то срать хочу, пойду посру. Я? Фу, блядь, вообще пиздец отложил, сука, в штаны, блядь, чуть не наложил. Рот ебал, блядь. Сука, БПшек переел, блядь. Хуёв. После этой фразы прям тут я обосрался. Я тебе отвечаю, блядь, штаны чуть не наложил. А, ну да, что такое? Продолжаешь слушать? Меня? Да я вроде в туалет сходил, все, я слушаю. Ну, блядь, я смотрю, тоже твои выбивают нечасто. А ты чё хочешь, чтобы я тебе колени там поклонился или ещё чё? Ты чё от меня? Так в смысле не приехали? Мы были на сборах. Мы самые первые приехали на мост Золотой. Конечно. Да, были на точке сбора, были на мосту, обстреливались, блядь, бамбу разминировали. Мы там все были. Все бамбу были. Не мы разминировали. Ну, бамбу, да, не мы. Естественно. Нет, у меня есть скриншот. Я со скриншот. Мне... Скриншот. Ну, окей, зальём. Скриншот подойдет? Угрожало. Нет, где мы на мосту и так далее. Все же это мы скриним. В ЛСПД. В ЛСПД. Точка сбора сначала была в ЛСПД. А, тебе, да? Это из шестерка ЛСПД. Это не наш. Так что тебе доквы нужны? А. А что такое? Я срать ходил? Альберт, ты о чем, чувак? Ты гонишь, что ли, там? Я забыл, что Вовка уже слышит. Какой Альберт, блядь? У меня вообще в игре не было, когда этот теракт был. Я нет. Кто это там? Хуёво ты понял.
Не, ну слышь, а чё такое, блядь, посрать нахуй нельзя сходить? Ты чё у нас, блядь? Слышь, а ты чё, насрать не ходишь, ебать? Ты чё, вообще я не пойму, там под стул выходишь или чё, ебать? Я захотел посрать, может, меня бы в эту секунду позвали. Соответственно, я чё, доложил в рацию, я пошёл срать. Это все. Нет, там вот девушка подъехала, когда уже поехал. Ну, значит, это уже там подъехал, когда я уехал, когда уже время кончилось. То есть, когда уже время... Можешь сказать? Колыван. Можешь сказать? Они были в строю, но когда мы уже поехали, их не было. А, вот, смотрю. Альберта Сергеев здесь есть. Их было 4 человека. Вот они в строю, один очень в строю. Они просто, понимаешь, не стояли, как хотели. Один в строю, другой не в строю, третий бегает, третий четыре катается. Вот один стоит здесь, и вторая сзади. Больше никого здесь нет из Злата. Остальные все мои, все мои. Нужно сделать, блядь, и потом говорит. И потом, да, ну слышь, чел, ты сначала зашел же, согласись, в на форум, блядь, чекнул, что мы должны были делать, блядь, и начал уже предъявлять, блядь. Хотя ты, хотя по факту ты даже не спросил, были ли мы там вообще. Ты нам сразу предъявлял, понимаешь, ты не спросил, были мы там или нет. Была сразу предъява. Ну, и чё? Да, допустим, ладно, ты всё это знаешь, но сам факт того, с чего то, что ты зашёл в канал и сразу по факту начал проявлять, ты не уточнил, были мы там или нет. Если бы ты уточнил, другое дело, я бы завалил своё ебало и, блядь, не высказывался бы такими смешными, блядь, отговорками, типа пошёл срать и так далее, блядь. Получается, Лео умилетел, но тогда почему он куда-то вообще улетел? Так, алло, он сел на вертолете? Он сел в вертолет и съебался. И все просто, понимаешь, все тупо шлюхались по всей карте, блядь. Не знали, где этот ебучий золотой мост. Блядь. Что это такое золотой мост, блядь? Это что за ебало? Да я не перебиваю, я тебе говорю, как есть. В смысле, блядь? А, что за ебало? Погоди, назад, 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 назад. Он выпал с машины. Выпал. Меня вообще в то время не было. В канале ФБР. Куда? После я слетал с деньгами. Я прилетел обратно, по скринам это видно. Сказал то, что строим машины сейчас, и я скажу расположение, куда выезжаем. Я сказал расположение, сам полетел на вертолете к вам, после того, как они приехали. А что ты с Сватом будешь делать? Выговоры им давать?
Сука, да. Он срать хотел. Не, ну пацанчик срать хотел, понимаешь? Ну говно.